будет пернатая тварь. Полегче. Сейчас я им врежу. Вот ты не слишком увлекайся. Кто бы говорил? Давай разберемся. Да ты чё, сука? Ладно, пешочком пробегусь. Мне надо подкачаться. Разобьем лагерь. Да, почему бы нет? Остановимся на ночь. Хорошо, я ставлю палатку. Я выспался. Ну да, в палатке можно развлечься как угодно. Это что тут? Ах!
предатель. Причина землетрясений? Боюсь, что тебе придется обратиться к Монике. Я всего лишь присматриваю за леди Ирис и юным Талкотом. И это все, что я могу сказать. Прошу прощения, ничем не могу помочь. Рада тебя видеть, принц Ноктис. Мы с Дастином выясняем причину здешних землетрясений. И, кажется, мы ее нашли. Зашевелилось долго спавшее существо, так называемый Адамантуас. Мы боимся к нему приближаться, он слишком опасен. Адамантуас. Если рискнешь подобраться к нему поближе, будь крайне осторожен. Это что такое? Ого! Не может быть, это черепаха! Ничего себе! Какая громадь! У меня 9 уровень! Это серьезный противник. Да, это действительно грозный противник. Я ему даже нихуя не отнимаю. А мне надо убежать. Пошли. Чувак, скажи, что ты шутишь! Да нет, ты шутишь! Это не змея, это гора. Думаю, от этой охоты лучше отказаться. Но, ты что, серьезно? Брось, дружище, это не круто! Я слышал о ходящих горах, но так, чтобы драться с ними, это даже интересно. Простите! Мне убежать надо, я убегаю. Убегите от движущейся горы. Я убегаю. Убежал? Она снова стала горой. Мы по сравнению с ней мелкие букашки. Так и. Причем одна днев. Она живет веками. Есть горы, созданные не для восхождений. Хотя со временем их тоже можно покорить. Так. Может, отдохнем?
Так, я не понял. А где, а чё, а с кем мне попиздеть-то? Так, атака у нас. Ладно, ну-ка. Стоит запастись зельями и всем прочим. Да, даже от тебя иногда бывает толк. Это что значит иногда? Держи это, нет. Итак, я пришел. Что там с рыбой? Спросить про нее пришел? Или собрался ловить? Ну, и то, и другое. Знал, что на тебя можно положиться. Только учти, эта рыба на тех, что ты ловил, совсем не похожа. Это поистине гигантская рыба. Ее много раз видели, но никто не смог поймать. Все мечтают ее выловить, но пока что это недостижимые мечты. Недостижимые, значит? Идешь на покатную? Нет, я готов попробовать.
Разумеется. Ну тогда удачи тебе. Как у тебя со снастями? Будет обидно потерять крупную добычу из-за лески. Ну это не с причала ее ловить, да? Это мне надо плыть там куда-то. Представление начинается. Это почти здоровенная хлыба. Звуки за это. Тяжелая! Начай же плескаться. Ну что, готовься тащить. Ты заебала. Верни удочку к рыбе. Все. Нихера. С прокачкой навыка сколько дает? Конечно. Получается все лучше. Так, ну это мне надо в моря уплывать. Ну это пиздос. Ну-ка, я построю, здесь есть у меня катер. Или нет, я не хуя. Слышь, поди, должен здесь мой катер. Прекрати, но! Как ты возмущаешься, вот я до него домогаюсь. Тварь тупая. Пожаловать! Наконец-то выходной! А я не помню, что здесь можно было заночевать. Ну и жарище. А ты куртку сними. Ну, сейчас. Спасибо. Да, не работает.
А катер что ты, блядь, его не можешь призвать или что? Карта, если остров далек от причала Галдинца, согласно преданиям, собирались боги. Раньше некоторые из верующих читали молитвы с причала. Никто не осмелился доплыть легендарного берега, чтобы вознести молитву. Лично считается, что это священная земля, на которой не должны ступать смертные, даже членам королевской семьи. Вот на остров заказан. Так, Ангелгард окружают коралловые рифы, разрезающие океанские течения и угрожающие кораблям, которые подойдут слишком близко. Паромы и рыбацкие лодки, как правило, сторонятся острова, но ходят в истории отважных рыболов, которые подплывали к нему в надежде на большой улов. В большинстве случаев такие безрассудные авантюристы назад уже не возвращаются. А я даже не могу. Не могу я. О, катер. Только не потопи его. Интересно, что бы... Регалия, конечно. Но было бы неплохо, если бы этот корабль тоже мог развивать такую скорость. Всегда можно переделать регалию. Держитесь крепче. Ну-ка, я так вот могу сохраняться? Просто. Нет, я так не могу сохраняться, сука. Мне это бесит. Пиздец, как бесит. Держитесь крепче. Так, ну задание хотя могу. Да. Я тогда не понял, что он там говорил. Смысл, что я сделал тоже. Представляю, сколько здесь рыбы! Ты бы на несколько часов завис. Ой. Там же у меня новые эти-то появились.
Серьезно? Ну, вообще там как оно. И видите, типа необычное. Вот она, да? Розовая щука. Ой. У меня уже нет особо времени всем заниматься. Время уходит. Полегче с леской. Ты молодчина! Да ты в ударе! О, ты молодчина! Хватит, ты прямо в ударе. Ты молодчина. What?
уже почти вытянул. Новичкам везет. Ты молодчина. Может, поймаешь что-нибудь типа босса, а? Берись! Такими темпами мы всю рыбу здесь выловим. Может, хватит уже с мелочью возиться? Да-да, я понял. Тут есть вообще крупная рыба? Уже почти вытянул. Ты прямо в ударе. Ты молодчина! Довольствуешься мелочью? Супер. Опять мелюзга. Да-да. Берись. Такими темпами мы всю рыбу здесь выловим. Ты молодчина! А я-то надеялся на бой между человеком и рыбой. Можно оставить на потом. Спешить некуда. Да? Почти вытянул. Новичкам везет. Ты молодчина. За добавкой пришли. Всегда рад.
Удачи вам. Я ее поймал. Не думал, что доживу до этого. Сиджильский дьявол вытащен из воды. Ты мастер, мой мальчик. Хотя какой уж ты теперь мальчик. Кстати, я понял, что даже не знаю, как тебя зовут. Сом. Нокт Сом. Нокт Сом, поймавший сиджильского дьявола. Теперь ты станешь частью легенды. Ты сам живая легенда. А сколько еще трофеев у тебя впереди? Ну так вот, сегодня ты показал мне чудо. Вот это тебе, Нокт Сом. Цвет. Какой ты умник. Ха-ха, Нокт Сом – легенда. По-моему, хорошо звучит. Хорошо, что ты не назвал свое имя. Может, я сменю его на это. Парни, у нас тут проблемка. Круто, иди разберись. Один? Мы так не договаривались! Так-то! Фак-то! Живой выход! Тебя вдумал! Я знал, что от тебя будет больно! Это было довольно утомительно. Пора как следует отдохнуть. Устроим здесь лагерь. Я уже отрубаюсь. Все равно сначала нужно поесть. Thank you.
Пора идти. Точно. Пошли. Постарайся не раздавить ее. Нашел! Пройдемся для разнообразия. Приступим. Ага. Вот и приехали.
теперь на этом и научился, но... Пощады не будет! Раме конец! Еще один нокдаун! Да будет так! Осторожно, но... Сам знаю! Беги! Готов! Я приятно удивлен. Что тут скажешь? Здесь торчать нет смысла. Отлично, Нокт! Я хочу только одного – в номер и спать. И я. Лагерь меня сейчас не устраивает. Ты поможешь.
удачи. Мне кажется, у меня наконец начинает получаться. Не так уж и плохо. Ты серьезно? Нет, ну, честно, ты серьезно? Есть. Шутки плохи. Осторожно. Нашел! Не будем заставлять ее ждать. Надо обсохнуть. Давайте. Может, зайдем под крышу? Ага. Thank you.
нашли их! Легендарные радужные лягушки! Я и не мечтала, что увижу их воплоти! Вот, видишь? Спасибо! Биология — твое призвание! Бросай свою охоту, будем работать вместе! Что? Ты просто создан для науки! Иначе как бы ты смог найти радужных лягушек? Вообще-то у меня дела. Правда? Чего это вдруг? И что это за дела? Королевские. И их много. Королевские? А, Королевский театр. Да, творческие натуры не созданные для науки. Жаль, конечно. Да, да, очень жаль. Ну, что поделать? Какой бы путь ты ни выбрал, я уверена, что ты пройдешь его достойно. Что ж, прими это в знак моей благодарности. И удачи в театре. Как-нибудь схожу на представление. Сейчас я занята. Еще хотите? Что хотели? Лучший способ прославиться. Заходите. Игнис, поможешь? Секунду. Слушай, Нок, такое дело. Может, подскажешь, что мне пофотографировать? Снимай нашего очкарика. Да, все понятно. Ок!
молодец. Что тут сказать? Великолепно, но... Да. Точно. Значит, нужно залечь в засаде и ждать. Как тебе это нравится? Вот ты. Гладио, спасибо. Круто! Тебе конец. Oh!
Робта, действуй! Ясно? Открою! Как тебе это нравится? Внимание!